42 медали и в зале 28 человек. Сегодня очередную партию наград вручают блокадникам. Не все в силу возраста смогли прийти на церемонию, но те, кто дошел, услышали немало теплых слов. Потому что я считаю, что самые высокие заслуги сегодня в деле победы – это жители Ленинграда, людей, которые защищали Ленинград, которые трудились во время этой блокады на заводах Ленинграда и потом, будучи вывезены на предприятиях «Урал». Капитолина Рогозина пережила блокаду от первого до последнего дня. После войны познакомилась с будущим мужем и вместе уехали в Челябинск. С тех пор каждый год женщина обязательно бывает в родном Ленинграде. Я езжу каждый год. Ну и там у меня один зять остался. Помогаю ему там на даче, да все. И живу там по 4 месяца. После награждения праздничный обед. Организаторы говорят, что тем, кто не смог прийти на мероприятие, обижаться не стоит. Каждого челябинского ветерана ждет своя медаль и свой праздник. Остальные не могли, потому что мешают заболевания и другие причины. Вот тем, кто не сможет прийти, туда обязательно будут приходить наши представители с подарком, с медалью и вручать в торжественной обстановке уже на дому эти знаки. Все медали в честь 65-летия Победы будут вручены до 9 мая. В праздник каждый челябинский ветеран сможет надеть новую награду.